вот так на тебя глянет и скажет, что тебе надо лечить, куда ходить надо, все сразу определяет. Это убийство насмерть кормит. Я еще даже там вот сегодня покушал, говорю, слушайте, а когда лечиться буду? Вот каждый год все, каждый год, то есть каждый час, то-то надо есть, то-то надо есть, то это надо есть. Это ж так, я не знаю, вообще испортил человек. Но он говорит, как помню. Вы третий раз уже приехали? Третий раз подряд. И причем два года у одного врача. И в следующий приедете сюда? Покажу вам.